Что ж, друзья, во-первых, хочется поздравить всех с 8 марта. Кто с 8 марта? Шутку не веселый. Ну, за респондер. У Тимы сломался респондер. Мы починим, Зай. Сейчас приедет наш Саша, водитель, все сделает. Нефиг было его ронять. Давай пресс. Чёрт. Давай пресс со мной качать. Короче, девочки, 8 марта, 8 марта, а пресс качать надо. Нельзя пропускать ни денечка. Блин, мне Милка дерет ковер. Я потом хожу, собираю куски ковра. Ужас просто. Так. Сейчас возьмем подставочку. Как вам мой вокал? Вокал? Вокал. Тимка, ну-ка, убери ножки, давай коверчик. Поровнее положи его. Коверчик. А ты с Милкой, и что? Ты не можешь ковер подвинуть? Ай. Ты будешь качать? Да. Да? Супер. Отодвигаем тогда стол. Давай. Лунчик, Алиса, громко 7. Давайте протрем. Я думала, он выключился. Вы готовы? Нет. Капитаны. Давайте с нами. Ну что, качаем? Давай, погнали. 100. 99. 98. 97. 96. Алиса, продолжай. Там не Милка, смотри, отстань. 79, 78, 77, 76, 75, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77, 76, 77
Блин. Просто носок принесла. А мне все раз спать ложилась, сняла носки и бросила. Как твой живот, как ощущения? Да милку, блин. Да ну ё-моё. Портит твою прическу. Мне её и так нет. Знаешь, там пришла уже такая. Да, не, вы не забывайте, что к нам сегодня гости должны прийти. Мы сейчас будем круассаны печь. Да, блин. Да, милка, ну ё-моё. Тима. Сейчас будем квартиру убирать, да? А то к нам гости идут, а у нас не совсем убрано.
Ну что, друзья, приседать я не буду, мне так лень, в честь 8 марта освобождаю нас от приседаний. Но пресс святое. Это все-таки пресный челлендж, а не... Я вообще только пресс качаю. А не приседательный, да? Поэтому сегодня есть приседания... Но у меня все равно ноги сильные. А ты когда приседаешь, ты не ноги, а попу качаешь. Как тебе не нужна попа? Всем нужна попа? Мне не нужна попа. Ну как ты какать будешь без попы? Ничего. Ладно, ладно, тебе попа не так нужна, как мне, например. Да. Она пострижена, у нас причесана. Смотрите, что это за... Лысый инопланетянин. Что за сладкая нога? Лысый, что за сладкая инопришеленец? Где вы взяли такое слово инопришеленец? Кефирчик. Кефирчик. И кефирчик. И кефирчик тоже постриженный, помытый. Да, да, да. Да что ты хочешь от меня? Давай сюда, сюда, сука. Все. Милка такая сразу маленькая. Сразу. Да. А мы вчера Веронику встретили, у меня... Я тоже такая... Мальчинкушка? Да. Классная? Угу. Или наша лучше? Она нам поводит. А-а-а. Так, Милке тоже приятно. Можно. Уже ее просто... А-а-а! Одевать надо. Да, Милка, ну ё-моё! Отстань. Ну, бесит, она мне все лицо исцарапала. Смотри, она опять дает. Милка, дай опять. Ну, покажи, покажи. Милка, дай опять. Она скребет. Скребет своими лапками маленькими. Милка. Новая игрушка. Новая игрушка Микин носок. Блин, я подумала, собаки такие радостные существа. Вообще, она рада видеть, когда мы просыпаемся нас. Она рада, когда мы домой приходим. Она рада все время просто. Просто априори рада. Надо учиться у собак этой радости, друзья. Тим, давай. Давай я тоже. Хотя я тоже как собаку всегда радуюсь, если ты приходишь домой. Я тоже. Тихо, тихо, тихо. Да что происходит? У нас какой-то дурдом с утра. Татуху я вам попозже покажу. Но она. Не покажу. О, 122 человека! Осталось! Не знаю, было больше, кстати. Было 140 один раз. Погнали, еще 30 раз прессом. Пока собаки дерутся. Давай, погнали, Тимочка. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Преждения! Давай споем ее. Нельзя. Обмани меня. Не обмани меня. Обмани меня. Обмани меня. Ой, с носку. Ой, какая сладкая. Аккуратно, аккуратно. Так, друзья, что хочется сказать? Поздравляю. Что такая черная? Ну, я исправляла, мне тут, видишь, течет чернила. Так я? Мне так должно быть. 5 дней будет затекать. Потом снимаешь эту пленку, моешь ее. Кремиком мажешь и все. Да, что сделать я тут? Шучу. 18 лет. Так, что хочется сказать. Друзья, я понимаю, что сегодня 8 марта. И большинство из вас скажут, мы не хотим качать пресс. Девочки, это самая главная ошибка. Надо понять для себя одно. Нет ни одного дня, когда нельзя не качать пресс. То есть, кажется, блин, что я имела в виду? Короче, нет такого дня, когда можно не качать пресс. Нет такого дня. Просто нету. Стодневный челлендж. Нет. Встал, покачал, иди, ехал. Только день рождения.
Нет. Я качала на день рождения, и на 8 марта сейчас. Нет такого и дня. И на Новый год, да? На Новый год я не качала. Но у меня был не челлендж, а сейчас ну, челлендж. Все. Нет такого дня. Весь секрет в том, что нельзя. Ну, Новый год там максимум 20 человек будет. А мы вообще-то у нас не до Нового года челлендж, а 30 дней. Ну, если будет просто Новый год, то там максимум 20 человек. А мне кажется, наоборот, много. Все дома сидят, все включатся в прямой эфир. Качать никто не будет. Ну, все будут смотреть, как это делаю я, и угорать. 100%. В общем, всех с 8 марта, все, кто с нами продолжает качать, вы умнички, девочки. Вот мы будем красивые летом. У нас женишки появятся, цветочки нам будут дарить, да? Мы ждем сегодня в гости? Да, надеюсь, он реально доедет. Потому что а мы, собрались, доедет? Мы собрались реально печь ему круассан, так что это. Вот, что, все, давайте, не кашляйте. С 8 марта, девки, надеюсь, все не болеете никто, да. Что мы еще пожелаем женщинам на 8 марта? Алиса, громкость 5. Меньше цветов. Больше, больше цветов, как у меня. Чтобы как оранжерея вот так? Ну, как оранжерея. Чтобы задыхаться не забыл. Ну, да. И чтоб Милка обливала этим цветами. Тима все секреты выдал. Да, у нас такое случилось. Милка наелась тюльпанов и обливала. И что? И такое бывает. Но лучше пускай она от тюльпанов наестся и блюет, чем... Не, лучше пускай вообще не блюет так-то. Короче. Лучше будет блевать. Я еще даже кофе не выпила, поэтому я плохо соображаю. Все, всех с 8 марта я пошла собирать чемодан и печь круассаны. Ждите, ждите сегодня. Блин, мне кажется, ладно, сейчас все, пока.